Партнерские отношения на перспективу и тесное инвестиционное сотрудничество, развитие прямых деловых связей между Нижегородским регионом и Узбекистаном могут выйти на новый уровень. Соответствующий меморандум подписан между Нижегородской корпорацией развития и агентством инвестиций Республики Узбекистан в рамках второго дня промышленной выставки «Иннопром». Она продолжает работать в Ташкенте. Сотрудничество напрямую скажется и на увеличение экспортных поставок нижегородских компаний. Сегодня на рынке Узбекистана представлена продукция 182 предприятий региона на общую сумму в более чем 200 миллионов долларов.